Нет, наверное, я совсем не понимаю в балете. Но все эти привычные балетные па, эти надоевшие музыкальные фразы, вы понимаете меня, Мариус Иванович? Да, я вас понимаю. По-моему, я тоже ничего не смыслю в балете. Ну и отлично, будем думать о спящей красавице. Ну идемте же. Мы у вашего дома. А? Я провожу вас. Сегодня мы уже провожали друг друга 6 раз. Есть русская пословица 7 раз отмерь. Знаете, о чем я думаю? Попробуем сделать так. Не вы будете приспосабливать хореографию к моей музыке, а я буду сочинять музыку по вашему желанию. Возможно, это будет трудно. Очень трудно. Вы готовы к этому? К этому я готовился всю свою жизнь. Так начался самый удивительный период в жизни Мариуса Петипа, его третья молодость. Вот и ваш замок. Превосходно. Но, Петр Ильич, где же Аллегра, которую вы мне обещали? Об Аллегре не было и речи. Проверьте запись. Вы меня просили 32 такта на 6 восьмых, заканчивающихся форте. Это же выход Авроры. А мне надо сейчас послушать кошечку и кота. А, что же вы мне раньше не сказали? Вот, извольте. Невозможно. Что невозможно? Это красиво, но станцевать нельзя. А почему хотел бы я знать? Потому что сразу же вслед за анданте она делает жете. И нога у нее остается в воздухе. А что ей мешает сделать жете в другом месте? Все в ваших руках, дорогой маэстро. Но у вас написано как анданте, а я просил аллегро. Станцевать это невозможно. Ах, вот как, весьма сожалею. Завтра я еду в Москву. Надеюсь, к моему возвращению вы найдете возможность вернуть балерину на землю. Что тут происходит, господа? Мы трудимся. Чай уже на столе. О, я умираю от голода. Минутку, Мариус Иванович. Прошу вас. Сыграйте, пожалуйста, анданте, которые, видите ли, нельзя танцевать. Нельзя танцевать. Сударыня, разрешите вас пригласить. Кто сказал, что это нельзя танцевать? Кто сказал, что это нельзя танцевать? Вот кто сказал, что это нельзя танцевать. Вот кто сказал, что это нельзя танцевать. Побежден. А вот теперь я знаю, как надо. Петр Ильич, прошу вас за рояль. Нет, нет, нет. Чай уже на столе. Я испекла блины. Прошу. Блины это прелестно. Ну, я вас прошу одну минуту. Нет, нет. Сначала отдадим предпочтение блинам, а потом уж арабеск. Пожалуйста. Петр Ильич. Да, Катенька. Вы привезли из Москвы то, что мне обещали. А разве я обещал вам что-то привезти? Вы же знаете, красную шапочку. Я шучу, не забыл. Только она пока что тут. А как вы думаете, папа разрешит мне ее танцевать? Разумеется, я просто прикажу ему. Он меня ужасно боится. Куда вы? Мы? И вообще это вас не касается. Но учтите, блинов мы вам не оставим. Начинается это примерно так. Мариус, я не знаю, как это сказать, но мне хочется, чтобы ты знал. Я чувствую себя в последнее время такой счастливой.
И я, поверь мне, счастлив. Очень счастлив. Так это и бывает. Думаешь, что все давным-давно уже кончено для тебя. А потом, оказывается, вдруг главное впереди еще. И все это благодаря его музыке.